понятно, чтобы, так скажем, максимально посмотреть и оценить перспективы этого проекта, мы попытались распределить усилия и определиться вот в верхнеуровневой структуре, пока пойти по муниципальным районам, да, и определить ключевых игроков, для того, чтобы сами предприниматели уже непосредственно у себя на территории могли формировать более такую распространенную систему заготовки, выходить уже в населенные пункты, сельсоветы, и здесь с учетом собственного опыта или конкретной специфики территории работать либо через мобильные заготовительные пункты, либо усеченную модель стационарного заготовительного пункта. В этой части мы будем только помогать и приветствовать такие усилия.